Привет всем, с вами Срок. Я играю в Need for Speed Most Wanted. Это одна из первых игр на нашем канале. Я как бы давно не снимал его, но буду потихоньку играть, там по пару выпусков в неделю будет выходить, нужно допройти ее. И тут на очереди у нас третий босс, Ронни. Можно же с ним играть. И мы начнем с ним тягаться. Прям сейчас будем ему рвать жопу. У нас тут первый круг, второй спринт, третий круг. Другие не люблю, но что ж поделаешь, начнем. Кто не знает, какая машина Ронни, это Aston Martin DB9. У нас Dodge Viper. Ну что, начнем. Погнали. Обычно зверская просто. Блин, пошел. Но ничего. Три все убольшился, но буду пытаться догнать. Так криво влетел как-то. Тих. Да бляха. Что это за паралич? Пиздец. Хуйно зародили. Ладно, блин, пытался догонять Ронни. Блин, понятно. Да, разрыв у нас, конечно, не маленький. Прямой нужно загнать. Да. Лететь ровно. Опять криво. Он приземлился. Понятно. Ну как бы начал гоночку заново. Нес второй круг уже. Вот-вот еще концу я
первый. Так, на карте что? Уж там я уже не было шансов. Кроме сильно машина. Не хватает класса вождения, чтобы угонять. Я на хвосту. Гляди нормально. Вроде нормально. Сука, не нормально. Первый раз. Встречка. Спокойно. Отлично. Поворот спокойно. Прямая. Надо заезжать. Ой, я что-то не понял. Я первый. А что Рони оказался здесь? Вот это ба. Вот эта игра подключила, конечно. Разворачивайся. Вон у нас такой ячке. Доезжай сюда. Вот финиш и выигрывать эту гонку. Да, первая гонка есть. Переходим к второй. Второй на спринт. О, ну погнали, погнали. Держит лидерство. Нет, мне не нравится. Не на хвосте. Обходим его. Обходим его. Уже 40% проехал. Тихо. Там авария, походу, врезался в мусоровозку. Это хорошо. Поджимаем, поджимаем. Давай, давай, дочь. Жмем, жмем. Шикарно вошел в поворот. Уже 64%. Разрыв у нас такой. Шатается он по-тихому, так что нужно быть внимательно. Наверное, в один поворот и в 4 секунды, но это все-таки.
5%. Ух, портануло. Тихо, поворот! Бля, жми. Фух, кто-то подочканул. Но... Нет, Ронни, нет! Понимаешь, нет, Ронни, я... Не судьба, красиво сфоткали, кстати. Последняя круговая. Фух. Два круга, но они будут, скорее всего, очень лучше после старта. Взлетаем. Нет, походу. Даже гонка только обратно. Ля, что я... Что я нахуй сделал? Нахер я это учудил. Ронни. Фига. Да, немного по-другому, но... Короче, можно сказать, да, здесь же. Тяну тоже в обратную сторону будет. Я херово скажу. Ты прорылый тут. Проход. Миро не открывается. Ну ладно. Надежда умирает последний, скорее. Да, наверное, это же не выиграл, начну заново. Так, конец гонки почти. Один поворот до конца. Один, мать его, поворот. Да, я это сделал. Это было пиздец, как мне просто. Друзья, вы бы знали, я тут и нервничал. Как хорошо, что это было не на запись, потому что это было реально тяжело. Я сразу седьмого это прошло сейчас. Фух, ну выбираем марки. Это реально было тяжело, это самый, наверное, тяжелый босс. Сразу начал эту марку. Машина со стоянки, ну давайте вот это. Нет, машина не будет, машина была здесь. Фух, и второй у нас кто это? Тору Сато, бык. Mercedes-Benz у него.
Думаю, прочитали все, кому интересно. Кстати, на паузу читайте. Мы проходим дальше. СМС. Ух, нужно 8 побед, 5 мили и 7 миллионов 105. Что тут у нас? Дави. Утешительно ничего нет. 9 миллионов 12 машин. Фух, это был, конечно, очень тяжелый и напряженный выпуск. Кому понравился, ставим лайки. До скорой встречи, с вами был Срок.